Так, значит, мы положили шестой ряд, произвели армировку. Армировка 17 лентой. Покажу, как это все делается. Значит, положили дно топливника по периметру между красным и огнеупорным кирпичом базальтовый картон. Значит, лента 17-я перфорированная. 0,5 что ли она там идет, толщина у нее. 17 ширина, 0,5 толщина. Буру лучше использовать шестые. Потому что меньше буры использовать, у них масса маленькая, они быстро горят, победит, отпадывает. Берите шестерку, делайте шестерку. Так, ну, колпак мы зафутировали. Два ряда. Здесь красный. Подъемный канал, он не будет футироваться. Можно, в принципе, зафутировать и его, сделать рассечку и произвести футировку. Но как бы я не вижу смысла, потому что там труба уже начинается. Ребятки, сейчас покажу, как мы производим армировку. Полный цикл. Убираем перфоратор. Убираем все ненужное. Отрезаем 4 полосы. Сколько у нас печка квадратная, то мы режем по одному месту прямо. Все, 4 штучки нарезали. Начинаем сверлить. Теперь давай перфоратор. Вот такая у нас тут система с подачей воды. Первое отверстие сверлим произвольно. Без удара сверлим. Дальше берем гвозди. Давай гвоздь. Где гвоздь? Вон они, да? Где? А, дырочка. Кирочка ма. Цель БДГ. Значит, после того, как первое зафиксировали, поднатягиваем максимально и ставим точку
Где пулиться? Сверлится следующее отверстие. Так, подожди. Так, второе есть. То есть вот у нас получилась как бы такая натяжечка. И потихонечку начинаем. Главное, чтобы у нас кирпич не свернулся. Если будет сильная натяжка, это ни к чему. Звук прям. Все хорошо, все на месте стоит. Давай ножницы. Точно так же делаем параллельно. Производим разметку. Ну да? Да. Вот. Пусти. Проволоку. Точнее, эту нашу. С этими главное очень аккуратно, потому что они вырываются очень сильно. Ну все, формировочка сделана. Итак, значит, мы положили 5 витков. Дверку мы ставим на 5 витков со стеклом. Дверка у нас уже подготовлена, нержавеечка там сделана. 0,8430 сталь. Марка стали. Значит, туда я кладу суперсил. Ну, не знаю, там кто-то керамический уплотнитель кладет. Вниз кладу где-то сантиметра полтора, два. И по бокам один слой. И сразу готовим, по 12 сантиметров нарезаем полоски. Раз, два. Оп, вот она дверка наша. Вот такой вот вид имеет. Начинаем ее потихонечку опускать. Давай, Саня. Чтобы материал-то не ушел. Удерживаю. Неожиданно. Так, вот надо выше ее поднять. То есть вниз нужно еще материал положить, потому что она ушла сильно низко. Отбортовка сильно низко ушла. Ну вот. Делаем контроль. Стукиваем, если надо, куда надо.
Значит, как всегда, разогнался. Не отснял. Самое интересное. Перемычка. Собираю на 18-ю шпильку. Бур я один забыл, большой. Значит, бур забыл, 22-й. 18-я шпилька, это 22-й буром я прошел. У меня еще есть 24-й или 26-й. Перемычка, значит, станет над дверкой. Из 6 сегментов она состоит. На 18-й шпильке. Шпилька леврашная. Лучше брать арматуру, нарезать резьбу. Или, не, пруток. Лучше брать пруток и нарезать резьбу. Ну, возня, возня. Времени не хватает. Кстати, 11-й ряд. Это уже мы 12-й идем. Сейчас под перемычку сделаем и начнем делать футировку. Ну, то есть перемычку поставим и будем закладывать футировку в топку. Так, у нас 12-й ряд. Ставим перемычку. Все готово. Значит, у нас дверка стоит. Здесь немножко у нас получилось. Перемычка чуть поуже. Но по оси выровняли. И получилось так, что здесь пришлось там чуть больше пол кирпича получилось этот размер. И чтоб швы у нас не играли, ну что, разрезать и добавить еще четвертинку. Ладно, в общем, начинаем ставить перемычку. Что там, Саня, время сколько уже? Ну, время, ну, уже 11 час. 11 доходит. 11. Ну, вчера мы тоже где-то в 11. Скажу честно, сегодня мы проснулись в 8:30. По чесноку я вам скажу. Так, да? Оп. Как-то так. Пойдет, если? Да. Пойдет, да? Пойдет. Так для себя.